И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и это Quake Champions. Да, как я уже в группе ВКонтакте о себе говорил, то, что мне одобрили, можно так сказать, отдали ключ на бета-тестирование, подал заявку, далее все нормально, хорошо, без каких-либо проблем. Как говорится, это может сделать каждый. Самое главное было бы желание. Вот, и, собственно, добрался наконец за нее и запустил. Давайте посмотрим, что, так сказать, в самом начале будет у нас. Встречает нас вот такой вот экран, где нас встречает чемпион. Один-единственный, который у нас, как я понял, есть, Рейнджер. Потому что все остальные, что-то видите, они не подсвечены. И, кстати, они все говорят, и единственный, кто говорит по-русски, я держу победу. Это он. Все остальные говорят по-английски. То есть это единственный русский с русской озвучкой. Но я не думаю, где-то, что в каком-то языке сходится такая же фигня. Игра криповая до жути, если честно, выглядит именно так. Ну, Quake он и в Африке Quake, как говорится. Так, насчет чемпионов я не знаю. Можно выбирать, нет. Ну, давайте по стандарту, по дефолту, типа, я аж ничего не знаю, все дела. Посмотрим. Так, Player профиль. Что у нас здесь? Есть медали, ну, все как обычно, ачивки, все дела. Здесь слава у меня разблокируется. Все хорошо. Так, лутбокс. Как же без них? Кейсы. Кейсы, это понятное дело будет. Кастомизации здесь персонажа очень много. Так, сообщение. Это Global Chat. Отлично. Здесь магазин пока что у меня открывается. Настройки. Кстати, не знаю, я сделал настройки громкости вот так, не знаю, нормально, ненормально, посмотрим. Кстати, сейчас при записи в менюшке FPS стало 70, хотя было 120. Ну вот, посмотрим, что будет, как будет. А давайте сначала нажмем play. Здесь, как я видел, появился какой-то новый этот, ну, давайте дезматч. Дезматч легко и просто, то есть здесь бежишь, убиваешь и ничего более. Как говорится, ничего сложного здесь нет, просто бежишь, убиваешь. Поэтому как бы давайте начнем. О, матч фаунд, отлично. Быстро, быстро, accept, вот, подтвердил, отлично. Ready. Самое главное, надо было нажать, обязательно. Это обязательно нужно было нажать, если бы не нажал бы, то все было бы жопа. О, connected, отлично, отлично, понеслась. О, господи, это мой первый запуск. Я специально, была такая мысль, типа, запустить, проверить звук, все дела, было бы хорошо. Но первые впечатления, они самые важные. Я считаю, первые впечатления самые важные. Поэтому, несмотря ни на что, да, я играл в Quake 3, немало играл в Quake 3. У нас в залах играл в Quake 3. На компе у себя играл в Quake 3. С ботами так вообще, я не знаю, сколько провел в Quake. Но Quake Champions совсем другая. Но fucking shit, прогрузилась. Отлично. По FPS я бы не сказал бы, что она такая стабильная игрушка. Так, прогрузка пошла успешно. Звуки те же. Так, отлично. Так, все нормально, игра прогрузилась. Уху! Твою мать, не получилось. Ну, я его не хило так продамажил, это уже хорошо. Так. Уе! Тихо. Твою ж налево меня бить били. Ну какие-то бабки собираются у меня. Козлы. Воу! Там что-то, короче, было как-то не очень. О, бронька. Воу! Тихо. Твою ж налево, хорош! Короче.
Это вам не с ботами играть, как говорится. Ах, давненько я уже, блин, в такие... О, отличненько. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас здесь. В целом, все интуитивно понятно, если честно. Очень даже интуитивно понятно, что, как, где. Иконки показывают вообще идеально. О, факин щит для себя же. Себе не рванул. О, где? Да, фак офф. Лови, фашист. Ха-ха. Куда? Эх, понеслась. Да! Ух, это было прикольно. Так. Я не умею на увеличение стрелять, но без увеличения тоже тяжело. Так, ладно, погнали. Какого? Фига, сейчас было. Че с Champions and Weapon? О, шутган, респаун, окей. Че, я могу сразу с шутганом бегать? Это ж халява. Окей, понеслась. Fucking shit! Уклоняться надо уметь. А не как я говно бегаю. Оу! Да пошел ты! Да пошел ты! Оу! Оу! Я тип, короче, что-то делать пытаюсь. Не, давай-ка выберем что-нибудь другое. Что-то как... О, миниган, отлично, давай. Да, как я и сказал, у меня только один персонаж. Я чуть с этого вообще не попасть не могу. Зато по десятке дамажит. Хм, интересно, ну-ка давай-ка. Музычка такая, блин, экшовее, если честно, бы хотелось. Ну да ладно, о, круто. Че, подобрал? Че подобрал, че подобрал, че подобрал? Оу, да! Рельса! Fucking shit! Я тут. Оу! Тихо! Это была рельса, это была здоровская штука. Но я думаю, шотган мне больше поможет. Уху! Да пошел ты! Нет. Не, ой, не то жму. Черт побери. О, стоять. Опять ты! Не, давайте-ка стандартный. Что-то у меня вообще не прет. Лучше я пушечки поподбираю. Ну да. А ты прикалываешься? Я понял, что я подбираю. В левом нижнем углу. И у меня их сразу 25. Что это? Без понятия. Но это, наверное, что-то прикольное. Да. Такого говна я еще не видел. Ну, в смысле, я про эту пушку. Обожаю ракетницу. Хочу ракетницу. И богу, ракетница самая клевая, что в этой игре может, можно было придумать. Это просто кайф. Не, рельс, конечно, хорошо, но ракетница все равно самая клевая. Оу, нет, твою мать! Не получается, не получается. Я хоть кого-нибудь убил? Ой, я троих убил, что ли? Оу, да! Fucking shit! Козлина! Да давай, хотя бы одно... Не понял, нас что, двоих убили? Так, халяву. Нифига себе, это было неожиданно. А да, наконец-то! Я хоть кого-то завалил. Я не на дне. Ну, в смысле, я на дне, но я хоть что-то могу сделать. И там хорошо. Так, хилочка, это хорошо. Хилочка, это всегда хорошо. You lose. Оу, да. Фух.
This much. Да ладно, они 10-го левел, 4-го левел. Конечно. А я 1-го левел. Последних 5 мест, 1-е левелы. Не, ну они хотя бы хоть что-то сделали. Я вообще 4-х только убил. Ну я сдох, конечно, меньше, но все равно. Я лошара. О, дисконнект что ли у них был? Прикольно. Че жать-то? Типа, окей. А, эскейп надо было. Просто надо было эскейп нажать. А, ну ладно. Поначалу, конечно, я испугался, что у меня игра будет лагать. Просто до жути как. Я думал, что за фигня, вроде все нормально. Ну нет, нет, просто прогрузилась карта. Опять-таки же бета-тестирование, все дела. Это, понятное дело, это все нормально. Но музычку сюда бы не помешала какая-нибудь прям такая эпичная, жесткая, прям так ухнула, чтобы... И... левел! Лап! О! Давайте кейсики открывать. Ух ты, нифига себе. А кто там на последних, на четвертом месте и так далее? Он что, сразу 2 левел, что ли, получил? Так, где кейсики-то открывать? Рейнджер! Такс, Total Score мне не нужен. О, давай. Кейсики открывать, кейсики. О, сундучок. Опен. И что у нас тут? Вот этого. Он по-русски говорит. Я его беру. Эквип! Конечно же, эквип, ёпта! В смысле? Я так и не понял. Или мне и то дали? Ну-ка, давайте-ка проверим. Так, чемпион. Я держу победу. Я держу победу. Такс. Weapon. Set. Или это у меня уже одетый сет? Я чё-то, короче, не понял. Ну-ка, давайте-ка глянем. Этот у меня красный. О! Точно! Этот сет, это оба сета мне дали. Прикольно. Кстати, у них есть какие-то суперскиллы. Ну-ка, погоди-ка. Дайр Орб. У этого есть какая-то орба. И что она дает? ТПХ? Да ладно! Это еще больше шансов сдохнуть у меня! Отлично! Так, на что она используется? Возможно, сейчас первая серия затянется, но мы будем разбираться. Юсабилка F-ка. Угу, F-ка, отлично. Вообще ничего сложного! Левый клик, правый клик, F-ка, колесо, все. Короче, хайскор. Вообще просто стандарт. Вот тут слов нету, просто как обожаю я квейки за то, что здесь все легко и просто. Так, ну давайте Team Deathmatch. Team Deathmatch. Посмотрим. Что будет, как будет, где будет. Ну, в целом, я одно могу сказать. Пока что все прикольно, friends. Кстати, да, у меня здесь ник такой же, как обычно. Барбит YouTube Channels, ничего сверхъестественного. Типа я. А, это типа Invite Party. Вдвоем всего лишь в пати можно. Прикол. Так, что у нас здесь? Bug Reports. Bug как жук. О, Match Found. Окей. Legal. Кстати, я посмотрел на ютубе, есть видео по квейкам, есть уж по... Просто видите, бета-тестирование, возможно, нельзя снимать. Но я так сразу же посмотрел, я прежде чем подавать заявку, сначала посмотрел, а можно ли делать записи на ютубе. Посмотрел, да, можно, потом так сижу, думаю. Вот когда заявку подал, так сижу, думаю, а какая разница, можно, нельзя, я бы все равно подал заявку. И говорится, потому что мне охота было глянуть. Ух! Как много нас таких днищевых.
ладно. О, опять та же самая карта. Ну ладно, я хотя бы здесь хоть что-то более-менее знаю. И карта не будет прогружаться. Отлично. Мне это нравится. Такс. Грузись. В целом, конечно, FPS меня не сильно радует, потому что у меня комп не сильно мощный, я бы так сказал. Он такой ниже среднего, но... Но все равно. Баланс! У них 17-10, у нас 7-й... Блин, да. О, у них минус 1. Это все равно не меняет баланса. Они сдохнут, меньше шансов у них сдохнут. Oh, yeah. И у нас одни рейнджеры. Команда рейнджеров, ёпта. Fucking shit. Так. Мы синие, да? Дурак, что ли? Мы синие, говорю. Так, погоди-ка. Немножечко пушечки соберем. Уда! Придурки, это не дезматч. Мы ж синие? Да, мы синие. Я вон гризлика вижу, как он убивает. Стартинг! Только сейчас стартинг! Блин, это до этого была разминка? Вот это прикол. Оу-е! Фраг! Отлично! Первый фраг. О да, эти самые фразочки! Факин! Эти самые фразочки! Команда вырывается, типа того. Лидерство потеряно! Лидерство потеряно! Окей. Окей, уроды. Поиграем. Воу! Твою мать! Ну, нормально, наш вывел. Все, пучком. Воу! Яху! Дурак, а если попадешь? Больно же будет! Яху! Твою мать, сраная рельса! Как мне с нее попадать-то тяжело, а? О! Чё за фигня? Oh, yeah. Хотя раньше рельса убивала ваншотом. Раньше было прикольнее. Если бы даже хотя бы так наугад попал, то уже хорошо затащил. О, fucking shit! А, не, показалось, что он рефлектится. Твою мать! Чё это за говно? Чё она даёт, интересно? У неё значок Quake был. Уу! Так, отлично. А что у нас здесь? Я чё-то бегаю и вообще никого найти не могу. Ничего непонятно, где враг стреляет, а где наш стреляет, блин. Yeah!
Затащил! О, да. А вот это уже интересная штука. И враг! Твою мать, я прям к врагам тебе пыхнулся! Какого фига я здесь появился? Я в телепорт сраный зашел! Твою мать! Ненавижу вас! Так, погнали к Квейку. О, это наш. Так, отлично. Понесла жара. Вот это уже здорово. Пошла жара. Я только с этой пушки могу что-то делать. Старая добрая тактика прыжков. О, я даже не на последнем месте. Откуда? Какая сволочь стреляла? Бранкс! Он тоже был с гранником. Я этого не ожидал. Такс. Quad spawn in 15 seconds. Это было смешно. Quad spawn. Your team has the quad. Надо научиться нажимать на кнопки, а не только колесо крутить. Лошара. Надо запомнить, где граник находится, он мне куда больше поможет, чем все остальное говно. У меня патрон закончился на торпаше. Я ищу тот днище. О! Это вот этот дробаш. А то что было? А то был шлак какой-то. Вот это я понимаю. Твою мать! Как обзывается с него? О, я на дне.
Рефлекс взять хилку называется, блин. Your team has the quad. Твою мать, куда я попал? Да пошли все в жопу, куда же я залез? Куда же я залез? Пошла жара, ща все будет. У меня что-то со здоровьем, конечно, проблемососы какие-то. Ну ладно, сука, сейчас как вы попадаете? Я вообще не могу нацелиться по-нормальному, как я как лошара. Я вообще, короче, не могу ничего. Бля-бля-бля. Fucking shit. Единственное, могу реально с гранника что-то сделать. Вот так вот. Оу, да. Где гранник сраный, твою мать, чё ж я? Да, фрагает. Оу, щит! Факин! Ублюдок! Уху! Чё дает? А! Еще ничего не дает. Чё только спаун. Да ладно! Сейчас респавнится. О! Наша команда выиграла. Я, конечно, одни, но наша команда выиграла. На Рика похож. Из Рика Морти. Даже? Как вы думаете? Он, наверное, под него кость. Я на дне. Опять я на дне. Господи. Убил 5, сдох 12, затащил. И почкам-то не сильно-то отэтовался. Оторвался. Прикольно. Ну, зато некоторые ачивки получил. А, типа там убить, все дела. Честно? Офигенно. Офигенно. Конечно, нет такого, как люди говорят, «Во, это Квейк, старый добрый Квейк». Нет такого. Выглядит не так. Динамика не та. Но управление просто кайф. Вот реально, от управления старый добрый Квейк. Когда нищий играл, так как нищий играю. А, давно, давно я уже не играл, если уж на то пошло. Как покупать? А, скажите мне, как покупать? Так. Это кастомизация, это не то. И что-то... 4 3 3 Я держу победу. Unlock. Ладно. Попробуем разобраться как-нибудь потом. Ладно, все, на этом все, народ. Это первая серия по Квейку. Посмотрим, что будет дальше. Что, да когда, где. Посмотрим другие режимы и так далее. Ну а на этом на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.